що ні для кого з наших глядачів не треба лишній зайвий раз представляти нашого сьогоднішнього гостя Ваган Карапетян. Ви дуже давно вже сидите в журі і, мабуть, вже трохи, судячи з того, як ви виступаєте на пісочках після концертів, ви вже не дуже любите це обговорювати, але сьогодні ви прийшли до нас на подкаст, і сьогодні ми з вами поспілкуємося. Доброго дня. Здравствуйте. Можливо, нас, я не знаю, хто буде дивитись нас крім НАУ, але можливо, якщо ви з іншого університету і у вас є студентська діяльність, можливо, ви теж можете послухати і почути на прикладі НАУ, як у нас зараз все є, як воно було і що ми можемо зробити для того, щоб студентська творчість розвивалася і мала місце взагалі в університетах, тому що, як мені здається, взагалі в університетах не дуже багато цього, того, що зараз студенти займаються театром у своєму університеті. От я тільки знаю, що у НУБІП є Березіль, вони там зараз... Я теж не знаю. О, ми до них ходили, коли ми готувалися писати першу частину, то ми з авторською групою ходили до них на вистави, але вони по сценаріях працюють. Можливо, це непогана практика була б для студвесни, якщо б більше університетів, інститутів писали по сценаріях. Ну, брали готові сценарії, адаптували їх, ну, як юристи робили. Це, думаю, було б іноді краще, ніж ще одна перша частина про те, як хтось помер. Навірно, так. Хотів у вас завжди запитати. Це не новина, що ви зазвичай... Ну, я вас жодного разу на автопаті не зустрічав. А ви один з членів журі, з яким хотілося б поспілкуватись, тому що через досвід насамперед. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого НАУ зараз не дає своїм студентам, щоб студвесна, студосінь була більш якісною? Що звідси зникло? А НАУ нічого не должен давати на самом деле. НАУ, я считаю, что НАУ за все это время дала, наверное, самое главное – возможность свободно, без цензуры, без запретов, без ничего творить. Ну, заниматься любимым делом. Знаете, если вот вернуться назад, мы, конечно, это не организовали. Тут говорят отцы-основатели, никаких отцов-основателей не было. Это было в приказном порядке. По всей стране, той большой, и во всех вузах появилась студвесна. Почему мы выжили? Вот это большой-большой вопрос. Благодаря нам, наверное. Понимаешь? Вот ведь было это во всех вузах. И в киевских, и в других, по всему Советскому Союзу. То есть, ну, шутя, можно сказать спасибо партии родной за это. Нам вот сказали, что вы можете заниматься в технических вузах, заниматься творчеством. И это наша добрая воля. Заниматься, с одной стороны. А с другой стороны, если это в приказном порядке, понимаешь, вот один из важных вещей, который, наверное, сейчас пропало. Защитить честь факультета. И мы знали, что или мы отсюда выйдем с популярностью рок-звезды, или мы с опущенной головой будем ходить по территории. Ведь ребята сказали бы нам, слушай, если ты ничего не умеешь, ты почему попёрся на сцену, чтобы... уронить нашу честь. Понимаешь? И эта популярность, это огромная ответственность. Вот я чувствую, что этой ответственности выступлений за своего факультета, да, победить, чтобы ходить гордо, сказать, мы. И чтобы декан тоже сказал, у меня учатся самые талантливые ребята. И вот каким-то образом вот все это при мне образовалось, состоялось, и уникальность нашего фестиваля, ты знаешь, наверное, в живучести. Ну, это правда. И абсолютной уникальности. Я не знаю, есть ли вообще на свете фестиваль,
или какой-то такой концерт, когда студент может делать все, что он хочет. Он может просто показать любой свой талант. Есть фестивали песни, танца, да, вот они все разделены. А у нас в одном номере, в одном концерте ты показываешь все, что угодно. Сейчас вот сразу переходим туда, обратно, да, хорошо, вот так будем делать. Добрый. Сейчас вот скудность... разнообразие. Меня это поражает. Скоро наши оценочные листы превратятся в бланки. Угу. Вокальный номер, хореографический номер, стем. И все. Это просто бланки. А было совершенно другое разнообразие. У нас были фокусники, у нас были жонглеры, да все что угодно. У нас были такие уникальные номера, которые... Ты знаешь, за все это время... Мой мозг уже воспринимает студвесну как один большой концерт. Один огромный концерт длиною 40 лет. Угу. И автоматически у меня в голове, ты знаешь, хорошие номера уходят как в компьютере. Вот постоянное запоминающее устройство и хранятся всегда, пока я жив. Угу. И есть номера, которые уходят в оперативное запоминающее устройство. Я их могу помнить там год, два года, а потом они исчезают. А плохие номера, они сразу уходят в корзину. Uh-huh. Но это самые важные номера. Вот на этих номерах мы их учимся. Это учебники такие вот. И на этих номерах пиарятся члены жюри. Активно, чтобы там показать, вот так делать нельзя. И вот это очень важные номера. Если мы, конечно, поймем, зачем мы обсуждаем. Ты знаешь, было время, uh-huh. когда, я помню, на обсуждение ребята приходили с блокнотами. Uh-huh. Тогда в члены жюри приходили еще из театрального института, и они давали какие-то фундаментальные. Они записывали, вот так делать нельзя, это uh-huh. очень хорошо, буду так. Как только появились камеры, они обсуждения снимали. Uh-huh. Сейчас никто не ходит из других команд, их не интересует. Их не интересует даже соревнования, понимаешь? Они как будто для себя выступают, ну выступили, ну и хорошо, ну вот покайфовали. Ну, так, давайте, це відчувається в останні роки справді. Ти чувствуєш, так? Так, і про те, що ви на початку казали, що зараз ніхто не відстоює честь свого факультету, це не важливо. Є факультет, а є команда цього факультету, і це ніби різні речі. Вони ніби не пов'язані зараз. Ти знаєш, друг, я зараз тобі покажу этот один важний, як назло. Я на прошлой перед концертом получив письмо із Сіетла. Це штат Вашингтон в Америці. И пишет мой друг, он на год даже старше. Я фотографировал сцену, пишу кадр из рабочего места. У нас тут весна. Знаешь, что он пишет? Ах, как хочется побывать, но увы. Если бы начали бы с ним дальше говорить, он бы сказал, а как там наши? Понимаешь, ведь за нас действительно болели. Мы знали, зачем мы это делаем и какая у нас ответственность. То есть я хочу сказать, что студвесна было дело не только артистов, участников конкретно. Я уж хочу сказать, что там кроме самих артистов была большая группа техпомощи и всех остальных. Да? Угу. Оно, студвесна была праздником для всех. Они знали, и мало того, они сейчас болеют, потому что это была какая-то... Вот сейчас нашим студентам сильно интересует студвесна? Я не знаю. Я за свій факультет, за ФККПІ можу похвалитися, що так, що з період з 2016 по 2019 рік нам вдалося привернути увагу до цього саме нашого інституту. І він з радістю ходив, у нас були люди, які з нами спілкувалися. Оці, які, коли з'явились люди, які, не беручи участь у підготовці концерту, підходять до тебе одразу і кажуть, тут треба так було зробити, отут треба було смішніше. Слава Богу! Ну, це фанати, да. Фанати приходять. Вот, фанати. Я таким похвалитися можу, у нас таке було. Ну, тоді поздравляю. Правильно. Іначе це не состоїться. Ти знаєш, вот одними нашими вот так внутрі себе прийти, повиступати. Я теж, перший концерт у мене був не перед жюри, а перед комісією. Угу. Это немножко другая история. Мне очень радует, вот в прошлый раз я на кастинге слышал, что вот ведущий сказал, что организована группа помощи, да? Вот это очень важно, когда мы теряем, что создали группу, чтобы помочь. Мы же много... Mm-hmm.
Вот еще немножко пришлось бы уже, наверное, комитет по спасению организовать. Мы теряем. Вот как только мы потеряем эту связь, угу. потеряем корпоративность, почему мы должны помочь сейчас восстановить, ну, как бы сказал Трамп, былое величие. Угу. И это, понимаешь, мне что волнует, почему я говорю, что это такой большой концерт, и почему вот такие номера остались в памяти, ведь это люди, реальные люди. Мне даже сейчас, я даже не хочу, кто раньше выступал, там, Серков или Пушкин, Шутак, Илюк, там такие ребята, вот благодаря им на самом деле фестиваль и живет. Меня вот это на самом деле поражает. Как мы выжили, когда, ну, при условии, что мы пережили развитой социализм, там какой-то вульгарный капитализм, две революции, война. Вот маленький вирус мог, да, пытался нам, ну, уничтожить на какое-то время. Но вот надо сказать спасибо, что они волевым решением решили провести фестиваль. Так. Это наше руководство, молодцы. Але это... студентів немає. Ну, зараз немає студентів у самому університеті, і цього це відчувається у залі. Вони не прийшли, вони прийшли, якби зараз не було все ж таки червоної зони, я думаю. Можна було б їх заманити. Ти знаєш, тобі не кажеться, що це наша війна? Ні. Я вважаю, що якщо першокурсник приїжджає до Києва, і потім його мама чує, що у них дистанційне навчання, ні, два місяці. Я немножко глобально, друг мой, я не об этом. Тобто, якщо студент не ходить, значить ми щось не то робимо, щось неінтересне. Які студенти приходять? Просто саме за те, що зараз відбувається, за що ми зараз бачимо в залі на цій студосині, я думаю, що це все карантинні обмеження, і те, що у нас вже друге покоління першокурсників не живе студентським життям, як воно зазвичай жило. От отсюди, наверное, задача. Нам треба как-то постараться придумати что-нибудь такое своє, настільки грандіозне, щоб студент сказав, ти знаєш, я не хочу домой, фестиваль йде. Угу. Я хочу посмотреть, я хочу болеть, я хочу стать реальним учасником. Это как футбольные фанаты, например. Ты знаешь, от нас зависит. Это страшные люди на самом деле. Если ты победил, тебя полюбят и поносят на руках. А если ты проиграл, они могут отвернуться. У меня такое чувство, что студент немножко отвернулся. У него, конечно, выбора гораздо больше. Угу. Но отсюда и такая сложная задача. Ты знаешь, что вот нам каким-то образом надо подумать и делать. Теперь давай вернемся, и почему у нас плохо, как мы с тобой поговорили. Вот если сравнить с теми временами, это уже совершенно откровенно, да, вот нашей команде были танцоры, которые танцевали в полете, в группе «Полет». Это были профессионалы. Они целый год были заняты танцами, и только один раз они должны были подготовить раз в год специальные номера для студвесны. Угу. Актеры, которые показывали стемы, они все были участниками театра «Экипаж». Они целый год занимались театром, и уровень после этого огромный. И музыканты, которые из духового оркестра. Во-первых, я и сейчас вижу, что очень мало студентов, которые с музыкальным образованием. Их практически нет. Но зато есть огромные таланты. Ты посмотри, сколько номеров и сколько поющих девочек. Угу. Угу. Это чудо. Это такие реальные таланты. Сегодня у Гамии были два номера вокальных, дуже сильных. Да, дуже сильных. И очень сильно. А у тех команд, у первой команды была девочка, две девочки, абсолютно уникальным голосом. Иногда им хочется сказать, знаете, завтра же бросьте это и идите учиться музыке или сразу уходите в театр. Но я бы им посоветовал пройти школу. Все-таки студвесны. Примеры показывают, что наши девочки сейчас в 95-м квартале ведущие артисты, Лига смеха тоже наши. То есть я хочу сказать, что здесь можно получить образование в этом смысле. Я останнім часом думав про це, і я думав, що так, дійсно, студвесна – це просто майданчик, на якому можна вирости, але
Я гадаю, що його можна використовувати не просто майданчик, на якому ти виростаєш, на якому ти робиш чорновики, а скоріше, я хотів би, щоб студенти підготовлювали на ньому дипломну роботу. Ну, щоб вони... Фестиваль один раз на рік. І вони цілий рік зазвичай, я наскільки по собі пам'ятаю, осінь уходить в нікуди. Якщо ти не береш участь у кубці ректора, то ти нічим не займаєшся. А хотілося б, щоб можна було... Ну, тобто, якщо ти хочеш писати першу частину, ну, ходи, займайся сценаризмом до цього. Якщо... Или читай, читай побольше. Ну, так. У мене таке відчуття, що люди пишуть сценарій, при этом вони до цього нічого не читають. Читайте Чехова. Угу. Або фестивальне кіно можна дивитися, якесь з Каннського фестивалю. Тобто, получить нудне образування спочатку. Ти знаєш, друг, от біда в тому, чому от є така різниця, да, що вони цілий рік дійсно цим не боліють, в відлічі від нас. І у нас виходить страшна ситуація. Ти знаєш, що в театрах, коли вони ставлять спектакль, цей спектакль виходить на крейсерську скорость, говоря авіаційним язиком, угу. Після 15-20 спектакля у нас завжди прем'єра. Угу. Только прем'єра, в лучшем случае ще один раз повтор на гала-концерті. Да? Угу. І от це страшно, так невозможно. Понимаєш, вийти, вони кожен год просто прем'єру. Прем'єра – це само по себе страшно. Угу. То есть чувствується, що не отрепетировано. А ведь его надо было ставить 3 месяца назад и гнать, гнать, гнать. Как любой музыкант понимает, что нужно произведение довести до такого состояния, когда ты на мышечной памяти уже играешь. Я как ежедневно играющий человек понимаю, как можно трудиться. А у нас всегда премьера. Это страшно. И вот это чувствуется. И кто нам мешает, я не знаю, понимаешь, вот эти наши ребята, которых я помню, да, они ведь корят, целый год корят и зажигают рядом всех людей. И они репетируют, они ставят, пробуют. Ну, во-первых, самое главное, мы уже который раз говорим, ребята, мы готовы вам помочь. Вот мы на этих обсуждениях, мы, кстати, очень нежно издалека пытаемся поправить этому танцору какие-то органы, очень тихонько. Ну, попробуй вот так, да? Мы же никогда не лезли, не сказали, давайте мы переделаем. Это все после спектакля происходит. А вот поправить танцору мы бы, нам бы хотелось. Чтоб... Но беда в том, что он больше это танцевать не будет. И он сам не просит помощи. Вот давайте вот этот, как это, группа помощи, да, это, наверное, их прямая задача, я готов влиться туда, и помочь всем командам, всем, если оттуда будет хоть какой-то сигнал, что мы хотим учиться. Ведь только так можно помочь человеку. З приводу гумористичної частини концертів, багато... Це вже відчувалось у роки, коли я грав у «Студвесну». Дуже мало, малий процент студвесенщиків, які... писали гумор потім на «Студвесну», не брали участь упродовж року ніякого у гумористичному русі якомусь. Вони не брали участь на фестивалях, вони не їздили до Одеси. Ну, у мої роки була популярна «Ліга сміху», таки, бувала така передача, зараз вона, кажуть, теж. Зараз, звісно. Ну, так. Да. Я, ну, просто вона вже не така популярна, а тоді це було... Це був дуже великий рух, в який всі вірили, але все одно люди, які брали участь у «Студвесні», вони не займалися гумором упродовж року. І тому вони показували потім низький рівень на самому фестивалі. Хоча можна було просто писати готові номери упродовж року. Якщо ти береш участь у якійсь лізі, якийсь запорізький, то ти можеш там написати стем, перевірити його, викинути звідти жарти, які не смішні, дописати туди смішних, і вже на «Студвесну» принести готовий номер. Але багато хто цим не займався, а зараз є більш доступніший навіть жанр, де ти можеш вчитися писати жарти, ти можеш піти у стендап. Почему надо обязательно писать? А разве не почетно быть хорошим исполнителем? Це теж чудово, але це ж повинно теж
години на сцені якісь потрібно проводити, правда? Абсолютно. Просто треба взяти, розумієте? Я не знаю, ведь есть писатели, а для чего они пишут? Есть писатели, юмористы, украинские, хорошие, ну, классики, понимаете, есть Жванецкий, наконец-то. Мы вот, вот этим мы в основном и брали зрителя, потому что мы не способны, еще я не знаю, кто-нибудь может писать лучше, чем Жванецкий. Почему бы его не ставить, дать свою трактовку? Очень талантливые ребята, они могут. Вот английскую песню они почему-то берутся. А вот я бы всем посоветовал в первой части взять любое произведение украинского писателя, неважно тут, понимаешь, и какой-нибудь фрагмент, минут на 15, они засияют. И только на классике мы можем оценить, насколько они способны передавать эти чувства. Мы еще, понимаешь, ведь это совершенно другой дар. Я не исключаю. Кстати, такие номера были. У нас были ребята, которые ставили здесь свободно. Ну, Валик Шпаков вот стал режиссером, он снимает сериалы нормально. Паша Остриков вообще получил международную премию. То есть здесь можно учиться. И опять уникальность. Этим ребятам было позволено ставить и делать все, что они хотят. И как они хотят. Я не помню ни одного, даже те годы, чтобы кто-нибудь нам запрещал что-то не то. Не так, понимаешь? Вот эта свобода меня очень радует. Ну, а в останній рік, коли я брав участь у студвесні, до нас на генпрогон приходив заступник декана по роботі зі студентами, здається, і перевіряв на той момент Ісаєнко жорстко цензурити почав просто. Я пам'ятаю, я навіть ходив на таке собрання, що, ребята, нам треба ограничити немножко нашу свободу, ну, тому що время таке. Так. Ну, але ж, так, я згоден, ніхто так і нічого не прибрав з нашого виступу. От видиш? Але ми нічого і не написали туди такого, тому що нас це не дуже цікавило саме зробити якусь сатиру на ректорат, я не знаю. Ти знаєш, цензура є везде на самом деле. Это единственное место, где нет этой цензуры, это студвесна. Я абсолютно в этом убежден. Вот как только они пойдут дальше... Как только они научатся, сам процесс учебы – это уже ограничение, это уже стиль, это уже направление, это законы, это постулаты. Это... И там все прекращается. Мы вот эту уникальность, что сохранили до сих пор, это вообще не имеет аналогов никаких. Вот как, если кому-то рассказать, что ты знаешь, ну я, например, здесь в 70-е годы на сцене играл Джимми Хендрикса. Прибежал режиссер и говорит… Ты играешь Хендрикса? Я говорю, да. Он говорит, а ты знаешь, что его нельзя играть? Я говорю, я не знаю. Оказывается, эту цензуру мы сами еще и придумываем. Ему кто-то сказал, кто-то запретил. Нет, наши ребята все абсолютно играли. Жванецкий тоже якобы был запрещен, но мы играли. Мы просто не чувствовали. И главное, здесь нам никто не останавливал. Вот. Это один из уникальностей нашего фестиваля. И вот меня вот самое важное, что волнует, это уникальность и живучесть. Вот здесь мне вот, не знаю, понимаешь, вот это благодаря именно вот таким людям, это они тащат. Вот. Рома Шутак, он был безоговорочно влюблен, он ничего не прощал, вот только вот так, вот так, вот так. И вот эти одинокие артисты, огромные таланты, которые горели и все это делали, ты понимаешь, я ведь всех их помню, ну, которые, в принципе, действительно целый год думали об этом, и вот благодаря им, вот таким вот, он фестиваль еще живой. И я думаю, что все будет хорошо. Я, кстати, очень оптимистично отношусь к этому делу. Любая команда, любое явление, есть спад, есть взлет. Я все это помню, понимаешь? Мені... Поэтому я не волнуюсь по этому поводу. Мне навіть здається, я ось дивився, слухав ці подкасти, і багато говорять про те, що ось немає старших. Що ж вони будуть робити? Що ж вони? Такі безпорадні діти малі, не знають, як їм грати у студвесну. Але мені навпаки здалося, що це чудово, що прибрались нарешті старші курси, тому що іноді
мені здається, що саме старші гальмують розвиток людей, які вже можуть на першому курсі показувати номери, які, до речі, не знаходяться ось в цих бланках студ весни, але просто старші минулого року відіграли, там якийсь вокальний номер зробили, вони не отримали за нього ніку, а лише номінацію, і у них є якісь амбіції зробити краще, і тому вони зарубають якийсь більш оригінальний формат людини, яка молодшою приходить. Мені... Може бути, так. Да. Я пам'ятаю такі замечання, що от вони якраз і тормозять. Ти знаєш, діло не в цьому. Це іскусство. Здесь є вічні цінності. Здесь зовсім по-другому виглядить. Вот. Ти мені напомнила одну китайську поговорку. Молодые быстрые, но короткую дорогу знают старики. Успех Китая как раз в этом и состоит, что они быстро и короткой дорогой пошли. Вот они почитают своих учителей. Потому что если мы занимаемся искусством, а это занятие вечными темами, да, тут ничего не изменилось. Тебя не удивляет, что все театры ставят Гамлета? Да никто за сотни лет лучше ничего не написал. И это актуально. И это интересно, и это волнует. Если молодой человек напишет лучше, чем Шекспир, я буду очень рад. Я просто не хочу занадто підвищувати статус старших у командах студ весни. Розумієте? Тому що це часто бувають якісь самодури, які вважають, що... Согласен, да. Да. І, можливо, для деяких інститутів ця прослойка зникла, і тепер у них є свіжий старт, де вони зможуть... Може бути. Тоді ми змінимо свій формат, розумієш? Ми тоді перевратимося в очередной, я не знаю, може бути, пісенний фестиваль, скучно, все. Ведь весь кайф був в разнообразі. От старший товариш или же капітан команди, он якраз його задача не мішати просто, розумієш? Да. Наша, от я, почему? Я хочу увидеть талантливого человека с нуля, розумієш? Могу ли я помочь? А как? Он просто таким останется, если не будет учиться. Вот в чем весь вопрос. Понимаешь, вот старший не тиранствовать, а помочь. Вот таких надо найти, себе подобных, понимаешь, чтобы он действительно помог. Як людина, яка займалася соадмініструванням команди з 60 людей, а саме стільки було у нас у Кіті на 2019 рік, ми якраз... Після того, як у 2016 році ми зіграли знаменитий артхаус, і після цього від нас відвернулися саме наші фанати з боку студентів, от це був саме той момент, коли наші старші ходили у капюшонах по університету, щоб не бачили їх лице, тому що над ними насміхались просто одногрупники та інші команди студ весни, тому що їх тоді жорстко розкритикував Зарба на подкасті. Не про це. І для нас от ви казали, що жахливі номери, вони найважливіші, і це правда. Тоді команда розбіглася, для нас він був важливим у тому, що у наших старших немає такого авторитету, яким ми їх наділяли. Вони не настільки добре все розуміють. Понімаю. Після цього і після цієї помилки ми і стали дивитися, чи є у нас люди в команді, яких ми не помічаємо, але у яких є амбіції, у яких є якісь здібності. І іноді з цього виходило так, що ми знаходили нового відеомонтажера, з яким було зручніше працювати, ніж зі старим, який у нього завершувались дедлайни, він просипав репетиції. А з іншого боку, ми зробили фінальний номер одного разу, можливо, ви пам'ятаєте, ми малювали фарбами на воді. Да. Ось, це ж оригінальний номер, у нас людина могла малювати фарбами. Ти бачиш зараз таких номерів? Ні, ти розумієш, друг, от якраз це дійсно дуже тонке місце, ведь чоловік, який хоче, це теж його задача, хоче вчитися, він сам вибирає учителя, йде до нього і говорить: «Научи мене».
вы, любой человек должен понимать, что как только остановится процесс учебы, значит, он мертв на самом деле. Так оно и есть. Не зря говорят: век живи, век учись. Да, об этом идет речь. И поэтому, когда вы в начале или сейчас, или вот когда угодно, понимаешь, нужно найти себе учителя и пойти и учиться. Я сейчас учусь. Благо, вот интернету я просто пишу: хочу сделать легато на гитаре. И появляются великие музыканты, которые мне учат. Ты понимаешь? Вот здесь, на нашем уровне, вы можете найти, искать из тех, кто... Ты знаешь, было время, когда у нас просто разрешили участвовать студентов из других институтов и даже артистов. Было время, когда за деньги просили, приходили здесь из национального цирка, из филармонии, просто прекрасные музыканты, и выступали за этих команд. Было, у нас много интересного было, понимаешь? И тогда этот концерт имел совершенно другое значение, мы не понимали. Но раз разрешено приглашать другого артиста, ради бога, потом это запретили. Во-первых, чтобы ты понимал, мы очень гибкие, вот жюри наш. Вот когда впервые появилась декорация, которая, ну, представляла из себя там какое-то произведение искусства, у нас в листах появилась оценки за декорацию. Теперь вся декорация превратилась в один большой экран. Спасибо Антуху за это. Все оценки ему, и благо это убрали. Вот, кстати, вот Антух, понимаешь, он, сколько я помню его, он всегда пахал сначала за свою команду, а потом за всех, за все эти годы. Вот это новшество, казалось бы, да, оно должно пойти на пользу. Но вот пропал декоратор, пропал целый коллектив каких-то людей, которые занимались искусством. Это искусство настоящее. Это правда. Вот мы в итоге дойдем: один экран, один микрофон и поющая девочка. Куда это? Ну, учитывая, что остальные номера, ну, танцы, да, это один из тоже наших фишек. Видишь, они пишут хоря. Вот я сегодня видел танец с содержанием и с великолепным исполнением. Первый танец, хореографическая композиция, она даже как-то так называлась. Вот такие номера должны быть. Это наши номера, если честно. И я, мне не стыдно этот номер записать, кому-нибудь отправить и сказать: ты знаешь, а у нас показывают вот такое. И он говорит: а это в авиационном происходит? Я говорю: ты знаешь, да. Вот такое должно быть. Поэтому, друг мой, нам есть над чем подумать. Я не боюсь. Ты знаешь, я вот пережил большие падения и деградацию полную, и взлеты. Мы просто должны ожидать. Я верю, если честно, что обязательно приедет группа людей каких-то совершенно уникальными способностями, талантами, понимаешь? И вот на их плечи ляжет все. Вот взлет фестиваля. Поэтому вот, тем более, ты знаешь, какое время. Вот то, что сейчас это происходит, это даже какое-то нарушение какой-то законов. Но мы молодцы, честно говоря. У мене сьогодні брат прийшов на концерт, молодший, який тільки вступив до університету. І він живе у порожньому гуртожитку у КПІ. І він, ну, у них дистанційка до 31 грудня, а у нас у ЦКІ збираються люди і показують концерт. Це, мабуть, для нього це шалений контраст. Тому, ну, там він один у гуртожитку зараз живе, там може 6 людей ще. Ти представляєш? А ми проводимо фестиваль. Просто вот это действительно очень надо было. Вот когда мне позвонили и сказали, я был в замешательстве. А как мы это делаем? А потом понимал, что если мы сейчас вот мы должны этот очаг, вот каждый из нас должен беречь, чтобы следующие могли что-то делать с этим огнем. Але ж не все команды дожили, вы гадаете, что... Видишь, что произошло, да? Нет, я думаю, что до весны... Вот, сберутся нови. Я думаю, что вот этот коллектив помощи, комитет по спасению, как угодно, да, мы все, я готов, ради бога, должны что-то сразу начинать после Нового года, когда снимете все эти красные зоны, и там все, вот как только будет желтая зона, мы должны заниматься делом, чтобы к весне мы уже подготовлены.
Вот я помню, понимаешь, вот меня это больно, что о нас писали в местные газеты, что залы полные, что всем хотелось это узнать, услышать, увидеть. Люди шушукались, говорили, что вот Нау в Киеве тогда показывают запрещенные какие-то. Я не понимал, в чем там запрет. Ну, просто мы показывали классиков, понимаешь, это важно. Я очень хочу, чтобы наши ребята обращались без страха к великим, ведь у нас и Гамлета ставили, и Ромео, и Джульетта своей трактовки, конечно. Угу. Вот помню, какие были хорошие спектакли в первой части. Спектакль первой части, знаешь, мы как раз тут хотим показать, что мы интеллектуально очень высоко, как будто для этого было придумано это. Угу. А вот как у нас этот капустник, вторая часть, вот это капустник начинается, ага, называется, да? Угу. Вот оно как-то естественно появилось, потому что пришли талантливые люди. І треба було їх кудись, щось з ними зробити. І ми сказали, давайте, покажемо. І от ця традиція, от, кстати, от цей формат не змінився з моменту, мабуть, третього фестивалю. Тобто він народився сам собою? Да. Це не було так задумано з самого початку? Ні, звісно. Це було просто, во-первых, була патріотична частина, повинна була бути. Ну, треба було поки. Вот. А як, во що воно превратилось, ми не знали тоді. І, кстати, от Форео факультет, це... Мы впервые просто пригласили мимо всяких, мы выступали перед комиссией, это не жюри, да, угу. А потом мы подумали, а давай пригласим студентов. А говорят, а это можно? А давайте попробуем. Мы по всей территории понавешивали афиш и всех пригласили. И ректорат говорит, ну, раз пришли, пусть посмотрят. И оттуда пошел наш взлет, если честно. А вообще оно могло так, в закрытом режиме, с комиссией, у факультета есть талантливые ребята. Ну, что это такое? То есть мы опередили демократию до того, как Украина стала демократичной. Это шутка. Окей. Ну, все одно... Ми вже зійшлися на тому, що треба десь людям вчитися, але я як гуморист і як комік, я вважаю, що дійсно не впевнений, що для мене буде мати цінність, якщо людина буде переказувати просто жарти класиків. Я вважаю, що просто відіграти монолог Жванецького. Це я би просто це сказав, це просто сплагіачний номер. Ні, раді Бога. Хоча я не думаю, що ти придумаєш щось краще, извини, но якщо ти придумаєш, я буду дуже рад. А тоді тобі треба буде його прогонять. Так я думаю, що це процес. Я думаю, ну, Жванецький теж свої перші монологи не одразу написав з першого разу. Конечно. Чудовими. Тому тут весна – це чудова сцена для того, щоб виступити. Просто я не про те, я просто гадаю, що в принципі стендап артист розмовного жанру, це не зовсім формат «Тут весни», тому що трохи інший у цього повинен бути, трохи інша повинна бути атмосфера для цього. Створюватись це дуже індивідуальна річ, і люди повинні приходити на окремого коміка, якому вони зацікавлені, а не прийти на концерт «Тут весни», щоб подивитись на команду, і потім виходить один. Можливо, це якось можна внести в конференц, але я просто не про те хотів сказати. Просто мені дивно, що так мало людей зі «Тут весни» дійсно йдуть в кінці кінців у стендап, тому що зараз це дуже доступний жанр в плані того, що ти можеш безкоштовно виступати майже кожного дня у Києві. І ти можеш... Чому? У нас же Сірков виступає в стендапі. Сірков, так, але він не студент НАУ вже давно. І... Ну, а відсюди пішов. Ти кажеш, мало йдуть. Ти ні, та... ну, добре. Ну, це одиниці для тієї школи, для тієї, скажімо так, ти ж як на наркотик підсідаєш на цю творчість, на ці сценічні виступи. І мені дивно, що люди після закінчення «Тут весни», вони не хочуть продовжувати займатися цим хоч у якомусь форматі. Особливо ось
є ж ліга смішники, які, ну, у мене тепер немає команди, я не знаю, чим займатися. І... Іди. Ти розумієш, це від твоє, це просто ти отримав якусь школу, ти себе пробував. Якщо ти чувствуєш, що мені не стидно це показувати. Ти знаєш, обычного артиста до какого-то последнего момента вони довго репетують і все равно не появляється вот эта смелость. Угу. Я нет, я еще немножко поработаю, я еще немножко поработаю. Угу. А есть такие смелые люди, просто взяли и показали. Здесь можно иметь сразу успех или разочароваться так, что уже никогда не будешь заниматься этим делом. А вот стендап, вот да, конечно, вот стендаперов не было, при нас не было, давно не было, и сейчас, по-моему, здесь я не вижу каких-то очень ярких, mm-hmm. хотя вот опять они обязательно появятся, ты знаешь, ну, обязательно. Максим Албул, який сьогодні виступав, він, до речі, займається трохи виступає зі стендапом, я його іноді бачу на мікрофонах, і ну, він сьогодні був конференціє, який був просто не прописаний, але ну, він виглядав сьогодні досить імпровізаційно, так написаний у останній момент. Але для того рівня, на якому він був підготовлений, він провів концерт нормально. Це ну, для галочки. Ну, може, так. Я не знаю. На самом деле, вот это, я не знаю, как они импровизировать. Ведь это уникальный жанр, понимаешь, он появился. Я хорошо знаю, что такое импровизировать. Uh-huh. Импровизировать можно только на тему. Uh-huh. Вот если ты когда-нибудь ходил на джазовые концерты, они обязательно говорят, импровизация на тему произведения конкретной. Yeah, yeah. Иначе я не пойму, о чем он говорит. Я должен знать, на какую тему он импровизирует. Иначе получается набор слов. Стендапер этим и хорош. Он, может быть, некоторые мысли к нему приходят в голову, но о саму тему он никогда не отпускает из головы. Mm-hmm. Зачем ты это говоришь? То есть какая будет резюме, суть, понимаешь? Это не зря говорят, что вот большие умы обсуждают идею. Mm-hmm. Средние события, маленькие людей. Mm-hmm. Это восточная формула. То есть мы будем говорить люди, события, идея. Зачем ты все это мне рассказывал? Вот иногда первая часть у нас, почему не хватает мастерства, не хватает мудрости, понимаешь, показывать людей, события, а потом сказать, вот зачем я все это показываю. Я смотрю, такие приколы местного значения, там набрать немножко там этих свистков, там, идиотского смеха иногда, который одинокий такой смех раздается в зале, я понимаю, что вот молодец. Вот для этого единственного человека эти ребята работают. Тоже похвально. Це ви про сьогоднішню першу частину? Чи... Ну, я пока не видел такой. У меня есть с чем сравнить. У меня огромная беда, ты понимаешь? Ты можешь представить? Mm-hmm. Я посчитал, я видел около 3000 номеров за все это время моего нахождения в весне. Как ты думаешь, из этих 3000 номеров мне есть, как сопоставить, что происходит, где... Ну, меня радует, что я каждый год вижу очень талантливых людей. Ну, если честно, они ничем не хуже и гораздо лучше, чем мы были. Они свободны, они смелые. Вот это хорошо. Так, это правда. Я... маю таку можливість не переживати за свій факультет після того, як звідти пішов. Мені я сьогодні прийшов, я б сьогодні не прийшов на концерт, але я вважав. Нам не повезло, іначе мені не з ким було. Ні, я би прийшов чисто на подкаст. Ні, я прийшов би чисто на подкаст, але я подумав, що, мабуть, ФЛСК – це найбільший конкурент для мого рідного факультету. У мене все ще є цей запал, я все ще приходжу. Ой, поздравляю, так, держись. От тебе многое зависить. От скільки ми вже з тобою говоримо? Наверное, пора вже. Так, я думаю, що пора. Давайте якось... Пожелання? Ні. Спочатку я хотів би від вас почути саме рекомендації того, що можна подивити, що можна послухати для... ну, для навчання, як ви кажете,
читати, дивитися, слухати. Оказывается, вот Даша мне, вот, хотя я этим, вот, видишь, пользуюсь, да, оказывается, вот Даша посоветовала наша из жюри, что, ребята, если вы не знаете, как писать сценарий, просто наберите в этом Google, как писать сценарий, и там тебя научат. Все настолько стало доступно. Я розумію. Так, я да, хоча б я би їм постарчески посоветовал би взять, почитати Чехова, почитати Шекспіра, Малера, ну кого угодно, понимаешь, как посмотреть, как это происходит, как они находят вот эти взаимоотношения. Ты понимаешь, что если этого не происходит, если ты не создашь вот это взаимоотношение героев, там, кстати, у нас нету проблем сейчас немножко, ребята очень талантливые, из них можно сделать артиста, хорошего артиста. Только им, вот некому им объяснить, что, понимаешь, перед тем, как играть эту роль, надо понимать, кого ты играешь, какие у него переживания. Ты знаешь, за спектакль мы должны, у гениев так закон, за этот маленький спектакль мы должны понимать этих героев, откуда они, чем они жили, что с ними произошло, почему они такие сейчас выглядят, понимаешь? То есть мы должны каким-то образом понимать, откуда они пришли, всю историю этого человека. Знаешь, каким великим мастером надо быть, чтобы за эти 15 минут, ну или 5-6 героев, мы понимали, откуда они пришли, что это за люди. Поэтому надо обратиться и для начала играть. Или же научиться писать очень хорошо. Вот я этого хочу. Может быть, это немножко так... возвышенно звучит. Добре. Но я верю. Ты знаешь, почему? Потому что такие уже были. Если они были, почему они не могут появиться еще раз? Ведь... Це правда. Вот. Всі умови для цього зараз є. Да. І ще останнє питання, яке ми задаємо усім нашим гостям. Старик, чо посуд весне? Все хорошо. Несмотря ни на что. Вот так я закончу. Дякуємо вам велике, що ви прийшли на подкаст.